Может быть, из-за этого. Я даже не знаю, какой выделить хоррор, который вот, ну, из тех фильмов, которые я просмотрел, самый крутой. Не знаю. Мрачный ты и злой, но не стоит противиться. Отдайся. Поддайся темной стороне силы. Угу. Зря ты это сказал. ВКонтакте полностью поломался. Вообще не работает сайт, мертвый. Мертвый сайт. Круто. Отныне ты владыка ситха, а имя твое Дарт Вор. А что ты Кога взял? Под Кога Лулу какую-нибудь надо было бы. Мы не обычки, мы в ранговом. Я поднимаю рейтинг своему новому зрителю. Бесплатно. Задурно. За поцелунок у губки. А как же себе рейтинг поднять? Пойти со мной. Взять меня в пати. Взять этого верблюда в пати, который будет на своем горбу тебя тащить. К финишу. Не к победе, а к финишу будет тебя тащить. Как я себе рейтинг понимаю, хорошо играю. Все просто. Нужно просто хорошо играть. Ауч. Блин, ну ты ёлки-палки. Ой, что ты так подставляешься и хаваешь все, я не знаю. Зря ты, говорю, взял Кога. Он не играбелен сейчас.
Зря ты его взял. Терпи теперь. Домой, подруга. О, там Артём. Артём, привет. Я не заметил твое сообщение. Да, я в золоте, и это рейтинг, да. Блин, я не заметил твое сообщение. Прошу прощения. Блин, она попала. Ладно, нормально. Все, пока. Пока. Там-то телепорт начал юзать. Надо было под вышку уходить. Баллы в канал. А я подниму потом стоимость заказа песни. Я хотел сегодня это сделать, но мне что-то не открывалась страница. На Твиче, не знаю почему. Сегодня вообще что-то как-то странно работают вкладки в интернете. Ну, то есть сайты. ВК мертвый. Твич тоже подлагивает. Что-то как-то все странно. То у меня браузер завис полностью.
Мы дракона должны забрать. Блин, ну я хочу это спушить. Что, приятно против Моргана играть? Мне тоже нравится. Оу! Полегче. Полегче, бой. Я отомщу ей за это. Пикнули Серафину и Люксу, думали пауком выиграть бот. Ага. Выиграйте вы у меня пауком бот. Хм, не попал. А что вы... Я их там не видел. Я их не видел, как они на меня заходят. Нормально, Билвет отомстила им этим полукровкам. Ой, не полукровкам, маглы, во, маглы. Билвет маглам отомстила.
Спасибо, Артём. А, убила меня даже. Нифига себе. Я хил не успел нажать. Блин, хотела урона. Ей убить мне. 1000 урона. Блин. Я думал, не хватит. Долго я кнопки жал, надо было чуть-чуть быстрее их нажать. Я бы засейвил хп себе. Может, Диана бы меня не убила. Что там, у тебя все нормально на боте? Много выживаемости, много дэмэджа у Дианы. Всего у нее много как-то. Она всего лишь зуб на Шора выкачала.
Почему Люкса без саб-предмета? Какой ей предмет нужен? Все, офнулся YouTube. Что-то быстро офнулся. Что он быстро офнулся? Ладно, я его... Я его пока, наверное, полностью выключу. YouTube. Потом включу. А какой у тебя никнейм на Твиче, Артём? Я уже не помню. Или ты не зареган вообще на Твиче? Там Диана больно бьет. Если что. С ней не стоит размениваться один на один. Я не знаю, за счет чего у нее так много урона, я не понимаю. У нее саб, это танка предмет выкачан. Блин, это очень жестко было. Это очень жестко было в этой игре все. Мы очень сильно унизили команду врагов. Максимально их переиграли. Урона. Там вообще никто ничего сделать не мог. Люкса не могла никого законтролить, Рафина не могла ультой ни в кого. Ну, типа она в меня ультила, я щит кидал, все, типа до свидания. Ульта не работает. Жесть.